Всем привет, друзья! В преддверии обзора на Визеля я решил поделиться с вами этим интересным боем, после которого у меня прибавилось седых волос. Этот бой про нелегкую судьбу Визелей на карте Реактор и про то, как нужно сражаться до последней секунды. Как только запускается карта Реактор, а я на такой машине, как Визель, ну, либо на любой машине, у которой есть только автопушка, я уже предвкушаю, какой предстоит потный бой. Потому что, ну, здесь, как правило, легких побед не бывает. Если ты на автопушке, то для того, чтобы выиграть, тебе придется крутиться как юла и серьезно напрягать мозги, чтобы не слиться в начале боя и весь бой тащить. Потому что, как раз как в этом бою получилось, союзники попались такие, что весь бой пришлось тащить. Ну и чем это все закончится, увидите в конце. Как правило, мои бои и в том числе, соответственно, видео проходили так, что в начале бой потихоньку развивался, набирал свои обороты и уже там к концу самый замес. Это не тот случай. Здесь уже не до вступлений каких-то долгих в начале боя рассуждений о том о сём. Здесь я практически буквально с самого начала боя находился в глубокой заднице, из которой мне постоянно приходилось выбираться. Давайте же разберемся, почему я постоянно в течение этого боя мне приходилось буквально каждую секунду выживать и пытаться как-то этот бой вытащить. Да все очень просто, потому что союзнички в количестве большей половины команды поехали на плотину. Ну, уж не знаю, что их так туда потянуло так, может быть, инстинкты, клац-клац, но, в общем, еще тогда и горка была не залатана, и туда еще поднимались. Ну, ПТшки-то ладно, в общем-то для них там неплохое место. И, как показал результат, они там, по крайней мере, в кого-то стреляли. Но вот что делали остальные, для меня большая загадка. Ну, а, естественно, в итоге на этой стороне, то есть в центре карты, остался героический Челленджер в одиночестве, БМДшка у него там на прикрытии, и три ОБТхи, которые как-то сдерживали Реактор. Я был в легком шоке, когда понимал, что меня уже здесь сейчас начинают потихоньку давить ОБТ, и поэтому я спрятался, прикрывая Челленджера. Думаю, если сейчас на Челленджера начнут выскакивать, я хотя бы его прикрою. Либо же поедут в обход к нашим тем трем ОБТ, которые находятся на прикрытии Реактора. Ну, в общем-то, так и получилось. Я тут притаился и, наконец-то, дождался корму 72-го, который поехал добивать в тылы наших союзников, но не тут-то было. Я его встречаю и отличненько так прям добираю в корму. Но вроде бы так, полегче стало. Но как полегче? У нас в центре просто уже почти никого не осталось. И тут начинают лопаться все, кто был на реакторе. И я понимаю, что вот теперь реально начинается жопа. Уезжать не хочу, потому что хочется прикрыть Челленджера. И, конечно же, выскакиваю на БМД с одним снарядом. Просто вообще красава. Ну, тут с горки помогают. И Челленджер, соответственно, по-быстрому лопается. И все. И просто никого нету. У нас 9, ну уже 9 союзников, а никого нету. Я один. Я вообще один. Это просто, ну я не знаю, такая жесть. Пока они там распиливают Абрамса на водичке, я успеваю хотя бы БМДшечку забрать. И такой думаю, и тут вот приезжает за мной скорая в количестве 2 штук. Я такой думаю, угу, понятно, я поехал. Куда ехать, что делать, я вообще просто не понимал. Толпа челленджеров. Ну и тут попадается 80-ка, которая... Ну, у меня обычно, если я вижу недобитую ОБТ, у меня все, в глазах просто красный цвет, и я пошел. Не могу просто не оставлять таких ОБТшек в живых, без разницы, придется мне хоть пострадать, потерять ХПшку, но я обычно таких сразу же добиваю, потому что такая одна недобитая ОБТ может наделать делов. Что дальше, вопрос? Там едет просто нереальная толпа ОБТшек. Я тут один, эти кота, я не пойму, поехали, вроде бы продавили плотину. Куда они денутся дальше, я не знаю. Нахожу одинокого челленджера, который тут любуется красотами. Ну, высаживаю ему барабан, оставляю 5 хп на союзников и понимаю, что нужно срочно ехать светить мост, по которому, по идее, сейчас все эти ОБТшки поедут на нашу базу.
Думаю, ну, глядишь, сейчас еще и эти тэшки постреляют по ним. Ну и потихоньку начинаю продавливаться, проезжать, пытаться аккуратненько как-то тут подсветить их. Не засвечиваются, думаю, это плохо, лучше бы они засветились. И тут я выезжаю на этот несчастный перекресток, а тут опять уже едут. Тут еще две скорые за мной уже выехали. Я думаю, да ё-моё, сколько можно. Замечаю БМДшку недобитую, которую, естественно, без своего внимания я просто не могу оставить. Думаю, ну, более или менее счет, как вы можете видеть, постоянно примерно ровный. То есть все, в принципе, не так прям печально. Нахожу БМДшку, к тому же еще запиливаю БМДшку, но, к сожалению, наш союзник последний здесь лопается, и остаются две фуловые практически ОБТ, которыми, ну, учитывая какой здесь замечательный рельеф, ну, мне вообще бодаться не вариант. Тут еще и выезжает третий челленджер, и я просто в шоке. Не знаю, парни решили не ехать на базу, брать базу для трусов, и решили всех нас поубивать. И я просто тут, мне приходится крутиться как только могу. Замечаю вдалеке опять шотную 80-ку, ну и у меня опять красная тряпка. Я такой думаю, так, я не могу это просто оставить без наказания. Приезжает 80-ка, у которой 49 хп, и толку, сами понимаете, от нее будет мало. Я устремляюсь на 80-ку, тут уже просто со всех сторон начинают светиться ОБТ-шки. Я такой думаю, так, где же 80-ка? А вот и она. И тут я, это тот самый случай, когда я последний раз этими дурацкими фугасами пользовался. Думаю, включу фугасов, думаю, ну, сейчас очередь фугасами и 100% его забираю, даже если он там будет крутиться, борта мне не будет подставлять, по-быстрому заберу. Угу. Один, два заходит, три заходит, все, остается там еще буквально на очередь. Я выскакиваю за последней очередью в него и нифига не убиваю. Еще и тут, блин, меня занесло, в этот камень врезаюсь. Тут меня уже челленджер распиливает потихоньку, у меня все. Снаряды, думаю, блин, ну надо попробовать. Со второй-то очереди по-любому заберу его. Просто уже, ну, приходится упарываться просто на этого 80-ку. Кое-как этими фугасами забираю, переключаюсь сразу на подкалиберы. И думаю, нафиг, нафиг, нафиг эти подкалиберы. Тут приезжает вторая 80-ка в центр. И вроде бы 5-4, ну, отлично, все хорошо, все идет. 4-4, ну, не совсем все так хорошо. Челленджер, вроде бы хп у него немного, и я сначала хотел на него вылететь, но рельеф ужасный, плюс у него сзади два танка, которые оттуда могут, собственно, прострелить. И пока я буду этого челленджера крутить, они мне накидают. Ну, не вариант, думаю, нет, надо как-то что-то другое придумывать. И тут, собственно, заканчивается и эта 80-ка. И того у нас остаемся я и две ЭТ-шки на горе. Хорошо, что дальше? Надо ЭТ-шкам как-то светить хотя бы, чтобы они, глядишь, сейчас с горки этих всех поперестреляли. Решаю переехать поближе туда к ним, чтобы там и челленджер уже по плотине едет, чтобы как-то им подсвечивать. И, ну, забегая вперед, как вы думаете, как можно на этой горке двум ИТ слиться от ОБТ-шек? Вот как? Объясните мне, как так можно было слиться? Я не понимаю. Центаур начинает переезжать в то время, когда к ним едет по плотине челленджер, и еще в центре светились два ОБТ. Зачем ты переезжаешь? Куда ты переезжаешь? Я на базе, базу еще не захватывают. Нафига ты поехал? В общем, подъезжаю, засвечиваю челленджера, который, собственно, уже плотину эту проехал без, собственно, без засвета наших союзничков. И бам, умирает и центавр. Отлично, думаю. Все, тащат просто. ИТ-шки тащат. Ну, думаю, еще есть одна ИТ-шка, все нормально. Сейчас, думаю, пока там челленджеры, походу, тоже поехали распиливать ИТ-шку, стоят там ее целят, думаю, надо как-то пока отсюда сваливать и как-то в корму кому-нибудь заехать. Еду, короче, я еду, и тут, о-о-о, просто вылетаю в лоб двум челленджерам, которые нихера не промахиваются, опа, попадают. Еще и этот челленджер дурацкий, которого я пытаюсь убить. Главное, хорошо, хорошо, второй поехал такой, типа, нормально, сейчас с видителем разберутся, такой, и просто выстрелил в меня один раз и поехал дальше, такой, типа, а. Если бы еще и он развернулся, то я бы уже оттуда живым не уехал. Но он забивает на то, что я распиливаю союзника и едет захватывать базу. Ну, думаю, хорошо хоть такой попался. В это время лавка на горе.
На горе лавка умирает. Да, я думаю, ну вы что, вообще что ли прикалываетесь надо мной? Поздыхали, блин, ну я ничего не успел сделать, блин, уже все поздыхали. И тут, тарам, еще одна выезжает 80-ка. Я тут уже на ходу пытаюсь сбить немного хотя бы. И думаю, дальше что делать? И тут я решаю сделать такой хитрый ход, финт ушами. Думаю, я сейчас на скорости объезжаю эту горку. 80-ка, 100%, ну, я был практически уверен, что она поедет за мной. Но я-то пошустрее, соответственно, пока она будет за мной кататься, я эту горку объезжаю. Подъезжаю опять на ту же позицию, с той позиции сбиваю. Собственно, ехать туда мне уже без вариантов, потому что там два челленджера, и на этом пятаке мне с ними крутиться вообще не вариант. То есть остается только сбивать до последнего захват, тянуть время, в принципе его осталось уже немного, 2.30, и как бы, ну, это мой единственный шанс хотя бы вытянуть на ничью. Я, как в принципе и предполагал, 80-ка поехала за мной туда упарываться, догонять меня, глупая затея, но тем не менее мне повезло, что он так сделал. Выезжаю на, опять на ту же позицию, с которой их было видно, челленджеров, и сразу заряжаю фугасы. Естественно, сбивать с такого расстояния фугасами самое то, даже в лоб. И, в общем-то, так и получается. Я сбиваю с одного, думаю, так, второго, с второго сбить не получается. Второй, видимо, заехал. Думаю, блин, вот это уже проблема. Еще 2 минуты, а они за минуту захватят. Стоять здесь не вариант, потому что вот-вот вернется 80-ка. Ну, по-любому. Сейчас она там кругаля даст, меня не найдет и поедет сюда же. Думаю, хорошо, объезжаем с другой стороны. Начинаю делать большого кругаля. Ну, на самом деле, может, надо было и по мосту переехать. Ну, я, в общем, боялся, что 80-ка сейчас в это время вернется, начнет переезжать по мосту, потому и я 100% от нее засвечусь. Думаю, ну его нафиг, рисковать не буду. Но с другой стороны, 20 секунд до захвата. Я такой уже думаю, блин, неужели не успеет? Вот этот дурацкий холмик. Я начинаю уже просто торопиться, считаю секунды. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. И я сбиваю. Просто, ну вот там, я не знаю, миллисекунды, наверное, я сбиваю. На счетчике захвата 1 минута и 52 секунды до конца боя. И я такой, а, все отлично. И пока я одной рукой рулил, а другой открывал шампанское, я такой, оп, на счетчик захвата. А он изменился, и уже остается меньше. Я думаю, да ладно, 80-ка приехала на захват, как так, опять ехать сбивать. Я опять лечу, опять все на последних секундах. И опять думаю, блин, надеюсь, они меня хотя бы там сейчас не встретят. Остается 10 секунд буквально до конца. Я думаю, надо аккуратненько сбить и сваливать. Выезжаю, 80-ки сбиваю. Блин, ну недостаточно. Думаю, надо еще с одного хотя бы. Стреляю второго, и мне 80-ка просто какой-то там ломает прицельчик какой-то, я не знаю, навесной, который у меня был на танчике. Я сбиваю, 3, 2, 1, и все, и ничья. Я думаю, да ё-моё, ну наконец-то, хотя бы вытащил на ничью. Никогда не понимал людей, которые заранее уже складывали лапки, сдавались, или тем более ехали топиться. Призываю всех бороться до последнего. Ну а с вами был Чавес. Этот потный бой, я надеюсь, вы оцените лайком. Ну и если еще не подписались на канал и хотите видео в дальнейшем не пропустить, то подписывайтесь на канал. Пока-пока!